Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем нагибаться. Да, бо в прошлом видео там случился казус, блять, с игры просто вылетели нафиг. Я здесь как раз пока ищется нам команда, хочу, может, какие-то апгрейды сделать небольшие. Я тут что-то понаходил себе. Какой-то сраный. Вот кибернетический усилитель. Бонус к урону, если полная жизнь. Ну, пускай будет. Может пригодиться. Кибернетический усилитель. Да. О, есть команда. Сейчас, может, наберется. Да, тут столько этих всяких навыков. Надо все время играть, желательно выигрывать. И, я не знаю, вулканом мы играли. Давай я тогда стражем, может, сыграю. Есть, я успел вулкана. Экипировка 1, да, так и остается. А я взял этого булварка. Я как-то им играл, ну такой он средненький, но просто видео по нем мы еще не делали. Не понял, а что ты нас выкинуло? Бывает и такое. Значит, команда не вся, может, собралась. У меня бывает такое. Потом еще раз будет запрос идти. Ну, сейчас посмотрим. Блин, это облом. Наверное, кто-то вышел из команды. Не успел взять, кого хотел, и вышел. Так, а я тут как раз еще на умение кидаю. Подожди, это что за орлиный глаз? Когда урон, когда врагов нету поблизости, увеличивается урон. Интересно, блядь. Зачем он нужен, этот урон, если врагов нету поблизости? По своим стрелять в спину, блядь. Разве что по своим. В затылок. Так, значит, мне, подожди, надо экипировку уплотнить. Перезарядочка, да? А у меня тут что стоит? Это что, кибернетический усилитель? Вот его можно втыкнуть. И вот это. Все, у меня уже по первой экипировке все забито, блин, такие дыши. Так, что там, долго ищется команда наша, да? А я уже думал, возьму бойца, которого еще, блин, не показывали. Я бы и страйка взял, потому что по нем у нас нету видео. Я играл только с тобой тогда в прошлый раз, но я там бегал, так знаешь, как блоха по полю, блин. Почему, как? Ну, потому что ты бегал в каких-то дебрях, вечно один качался, там еще что-то, я там воевал, и, грубо говоря, меня там почти видно не было. Я бы вот мог сейчас сыграть, видео сделать, поэтому бойцом, кстати, довольно мне нравится, как боец. Ну ладно. Может получится, сейчас мы его пулим. Вот, я его взял как раз. Видите, как я о нем говорил, так и вышло. Вот, экипировочку. Все, оставляю свою первую, она у меня полностью забитая навыками. А, то есть сейчас можно экипировку? Во, видишь, слева экипировка. Ну что ты, блин, Вовчик? Где слева? Ну, блин. А ты какая стоит? Я не знаю. Рекомендуемая была написана? Да. Ну все, значит, тебя не будет то, что ты себе влепил там. Да ну его нахрен, ну ладно. Ты же вулканом играешь, ему нахер тебе имплантант. Он сам уже как имплантант ходячий, блядь. Уже некуда в жопу ему имплантант напихать или че уже. Да. Все торчит с него, трубки всякие, что не видишь, блядь. Совсем человечность потерял. Да. Так, ну что ж, страйком. Люблю я страйкера этого. Мне он напоминает Mortal Kombat, блядь. Напоминаю. У них, кстати, хорошая команда. У нас тоже неплохая. Ну, довольно сбалансированная такая по мощности, знаешь. Нет никаких. Как ты определяешь? Ну, я смотрю по бойцам, потому что все бойцы такие средние или сильные, знаешь. Нету каких-то задрочников, блядь. А ты не забыл в прошлом бою, что ты сказал в начале боя? Ну, я, блин, сказал, но там навык сыграл роль. Но если бы не навыки, бля, они бы отсосали тем составом. Не, я считаю, что там, короче, какие бы ни были эти уроды, если они ими хорошо умеют играть, они порвут любого, блин. Ну, я согласен. Если мы раки, блин, и мы возьмем самых даже там, типа, мощных, нас все равно могут порвать, как тузи грелку. Да. Я предлагаю сейчас по центру штурмить, кстати, пушку. Да, пытаться прорывать оборону любыми способами, потому что, ну, вот ты сам понимаешь. А ну я сейчас попробую скорость движения, наверное, себе поставить. Этот раз, посмотрю, как он будет, насколько он... Ого! Ёптель, смотри, как он бегает, Вова! Посмотри на меня! Ну так я же... Смотри, блядь! Смотри, как я сапаю, блядь!
Ну, за мной что-то ты меня не догоняешь. За мной аж ветер, не, ну все равно, блядь. Красавчик, так, нет, да. Ой, сзади. Давай мочим этого козла. Ну, этот тракер прикольный, блядь. Мне в нем им намного привычнее играть. Куда этот побежал, блин? Ну давай его знать на карту. Все, так, мне тоже надо чуть подлечиться. Бля, что-то не хило мочь. Давим, пока, блин, пруха пошла. Так, я иду полечусь, наверное, потому что я вижу, мне что печально уже заходит. О, уровень уже подняли, видишь, как мы тут резво начали? А то прошлый раз, что не помнишь, блядь, сколько игры прошло, чтобы вообще хоть уровень какой-то поднялся. Давай мочим этого урода. Сейчас, подожди, я пошел полечиться, мочим этого урода. Ты кому говоришь? Этим, блядь, который тебя не слышит? Не знаю. Все, я уже в норме, все, я готов рвать. Ух ты, смотри, откуда там сидел такой гриб, там вылез, чувак. Хорош, так, все, валим теперь эту башню сраную. Хорош, мы ее взяли, блядь. Окучили. Там что-то снизу пытаются, там враги. Все. Входим. Так, хорош. Пока. Где-то они сейчас в спину залезут. Вон, в зоне, давай на них, идем вниз. Нехрен нам, блядь, валить все тут. О, кстати, давай этого дрона освободим сейчас. Все, есть. Идем там поможем. Кого тут стреляют? Они тоже, кстати, пушку завалили. Ой, тут ходит, смотри кто. Хорош. Минус один. Так, еще раз, давай снизу. Меня тут начинает щемить, Вов. Так, иду. Все, я... Я иду полечусь, потому что, блин, елки-палки. Давай. Стрёмно мне чуть-чуть. Но они все, вон, видишь, куда они погнали? Давай. Нифига себе, смотри, что они и там творят. И наверху двое, блядь, еще. Давай сначала эти кот с ним внизу, потом наверх идем. Все, теперь наверху кто-то. Ай, роботов надо быстренько отпахать. Да там говняные роботы. Вы там, я видел, что наверху кто-то ломился. Как это вы так быстро успели, черт побери? Там и там валили, блядь. Давайте, там сейчас отобьем. Ой, еще уровень. Блядь. Нормально. Мы здесь неплохо рубим, даже несмотря на то, что они тут хило атаковали. Блин, они убегают очень матёро, честно. Они роботов успели открывать, а нет, все успели, блин. Потом... Так, я иду еще лечусь. Так, а где-то их надо, блин, все-таки найти. Они по центру. Давай подожди, один наверху, второй. А я сейчас в спину забегу, кстати. А я иду по центру, помогу этому нашему оверхеду, блин. Перезарядки, так, надо на перезарядку кинуть навык. О, у меня появился этот выстрел наконец-то. Сейчас мы будем крошить, блядь. Не, я один что-то с ними не справляюсь. Сейчас я оживлюсь чуть-чуть и побегу. Мочить лохов. Так, давайте его зажимаем. Зажимаем, я с этой стороны. Ты где вообще? Ну вот сверху, слева. Блять, меня убили. Собака, я попал на этих двоих уродов. Ну так, блин. Ну так, вот. Блять, я же даже не знал, что они тут шастают. Блядь. Мы, короче, начинаем сливать уже. Смотри, снизу, блять, еще пушку вальнули, блять.
сверху, блин, никак не можем отмахаться. The enemy has captured a vision point. Так. Да тут убили кого-то. Смотри, у них двоих нет, один был живой. Может быть, блядь, штурмили их чуть-чуть? Да ты кому? Ты знаешь, как мне в начале боя сказал? Ты кому это говоришь? Блин, ты где сейчас вообще находишься? На центре, на центре. Ну я иду к тебе тогда, идем тогда по центру с тобой. По центру вообще-то опасно, потому что с всех сторон могут вылезти. Да, ну блин, по центру нам еще одну пушку убить, и мы уже у цели. Блять, они забудали, стриж там слева что-то творится, непонятно. Да вижу, вижу, вижу. Так, подожди, идем сюда, Вов. Куда? Идем по центру, там есть уже, пошли кого валить. Вон двое, что, блядь, давай всеми кучами ходить теперь или что? И один хорош. Тоже, в принципе, не могу ходить. Завалили твоих тут прям. Да, ну тогда надо штурмить их. Да надо, но надо кучкой ходить. Куда они все бегают, не пойму, блин. С кем-то там. А я там. Захренась. Что, давай по центру тогда. Пробуем эту пушку, короче, долбить. О, видишь, у нас тут тоже. Трих, уже трих нету. Я считаю, сейчас очень хороший шанс. Бля, там мы уже тут возле их не базы. Вообще пусть дроны идут. Ой-ой-ой. Блядь, сука. Меня кто-то коцнул. Но ты там зашел в раш такой, не в них. Но я его просто на снайперский выстрел брал, знаешь? Так, я отсюда убегаю, я в одиночку с ним лучше. Не буду бодаться. Я попробовал этот поставить. Новый. Блин, мне кажется, мы проиграем, знаешь почему? Потому что наши разбежались по всей карте, как идиоты просто. Блин, ну ты знаешь, если мы пойдем сейчас по одной всей толпой, они могут зайти в бок и тоже нам накрышить. Бля, да не, ничего они не могут, успокойся. Так, вот я уже. Пока что я знаю, что они могут нас поодиночке мочить и качаться. Хорош. А вот когда вот мы в куче будем ходить, нам тут. Как бы и бояться некого. Что, все на центр пошли, что ли? Ну а чё, они что же там на центре? Ой, смотри, что они делают. Еще чуть-чуть его замочить. Не успею, не догоню его. Согласен. Сам отошел. Так, блядь, он что-то быстро всыпает, я тебе скажу, как для конского скула. Ну так он качнулся, наверное. Опять мы, блин, у нас трое хотя бы. Тоже лучше. Все, я уже тоже иду сейчас. Можно, да, по центру как раз сейчас офигенно давить. Если их тех завалим, блядь. Сейчас я подойду тоже сейчас помогать. Блин, я чуть отойду. Мне нужно хелса. Ой-ой, он, смотри, он, блин, бронированный. Я тут хожу. У меня тут хпшка одна осталась. Все, нормально. Давай это вот. Полечимся и дальше идем по центру. У их двоих нету, блин, еще 30 секунд. Есть шанс сейчас по центру реально раш устроить. Они сейчас по-любому будут защищаться, все. Надо идти. У меня есть снайперский выстрел, короче, кого-то можно нормально будет записать. И аптечка здесь есть, если что, на отступление. Смотри, он отступает. Ох, мы тут толпой. Ну все, я думаю, что шанс есть, он тут все закрутать. Все, погнали. Ого, он уже обосрался, смотри на него. О, блядь. Мочим этого урона. Есть, я сейчас стрельну у него разок. Ой-ой, надо отходить. Я уже отошел, потому что я не полечусь. Вон, сука, целенаправленно на меня, тварик, гасит. Ч
что-то, блин, не получается. Ничего, что, добавим, да, да. Мы уже прямо возле их базы. Это, блядь, сейчас будем так давить, давить, и они не выдержат. Да у нас один уже. Ничего страшного, все. Блин, аптечки надо, их нету. Я, а вот, все, я полечился, иду уже дальше. Один в центре тут, короче. Все, идем, Вовчик, ты там живой уже, пошли. Так один вон наверх побежал, что делать? Надо его с чем. Похер, что, давай валим уже. Сейчас у меня перезарядится умение, мое любимое, блядь. Блять, ну не валят, суки, на защите. Нам надо больше толпой идти, кстати. Бля, там снизу трое пошли, суки, сверху один еще. Может, давай, Вовчик, вернемся, я не знаю, задолбим, блять, или че? Нет. А, ну, блин. Ну давай, назад, назад. Не надо, блин. Блин, ладно, тогда надо идти вниз. Добить, что ли. Я убил этого наверху дятла, блядь. Ух, блядь, все, давим, давим, их вообще нема, блядь. Где? Я уже иду, смотри, никого нету, блядь, из них, один остался. Сейчас один только появится, потом второй, надо уже идти давить, я уже подбегаю по центру. Жесть. Все, блядь, сейчас им хана будет, я уже чую это сердцем, блядь. Если сейчас натужимся, блядь, им жопа будет. Ой-ой-ой-ой. Ох, твою мать, этот сраный, сука, ниндзя, блядь. Гондон, блядь. Да не двоих наших мочканули. Суки, блядь, живучие твари. Ты видишь, блядь, держатся, как они на этом вот. Ничего, ну, сейчас мы все пойдем. Жди уже меня, Вовчик, скоро я буду. Да у нас трое сдохли, сейчас никуда идти не надо. Я вижу, жди меня. Хотя бы двое будем ходить. Я тут возле пушки постою. Они сейчас по центру будут идти, наверное. Че это за флажок показывали? А, показывали, что там кто-то сейчас будет. Все, я сейчас буду уже 7 секунд. Сейчас еще один проект. Так, хоть же мне надо какое-то умение вкинуть быстренько. Так, это нужно бонус. Ну, наш один вообще вот зашел к ним зачем-то туда в тыл прямо, где вот там сейчас сдохнет. Тёлка. Бонус к урогу. Так, хорошо. Все, погнали его. Пока он там двое наверх пошли, тем более. Так нет, вдвоем смысл, нам нельзя, ну, вдвоем мы никуда не пойдем. Мы можем только вот таких вот мелких. Давай, идем. Надо что-то делать. Что-то за стрелки там, я не понимаю еще. На экране. Все, отходи. Ходи, пускай наши подойдут. Отходи, сейчас тебя опять вальнут моментально. Давай хоть чуть-чуть поджучивай, блядь. Они сейчас всех наших дронов этих нормальных перефигачат. Ну перефигачат, но все равно я не пойду на них, блин, вдвоем. Ой, сзади стрел, ну возле нашей базы там прям один бегает. Ничего, пусть бегает, он там отсосет. Блин, давай еще ждем, пока подойдет та толпа, блядь, шо, да, что. Ой-ой-ой, смотри-ка. Ха, замочил одного урода. Давай этого пулеметчика доберем. Ой, этот плохо, это снайпер, короче. Блять, ну этот капздец. Я не знаю, сколько урона вылетает у этого говносрана, блять. Бешеного, блять. Я не знаю, он телепортнулся две штуки, что ли, не стало, или что, блять, я не знаю. Ты вообще охреневший этот ниндзя, блядь, чебурашка. Блин, мне только что так повезло убежать. Да я видел, что жизни там вообще, блядь. Фу. Бля, у них опять троих нет, а мы не можем взять базу, блядь, когда 1-2 человека всего остается. Что за прикол вообще? Не, он меня догнал. Блин, нет. Давай, иди, я появлюсь, сейчас пойдем его, блядь, этого ниндзю надо завалить, блядь, он меня бесит уже. Ну, ты понял, ты понял, как ниндзя, если умеет играть, блядь, чувак? У них какие-то бонусы на уроне стоят. Какие вылетать у урона не могут просто так. Наши там снизу давят. Нормально. Все, я сейчас уже есть.
В эпоцентр. Все, все, погнали, погнали. Вот у меня 3800 сейчас жизни, например, блядь. Так, вот они там замочили, это хорошо. О, они пока там отвлекаются, надо что-то делать. Хорош ты, это ты так ему, да? Да, это я еще с выстрела снайперского. Я уже иду на риск, блядь. О. Ну вот так вот меня тоже постоянно убивает, блядь, с тебя снайпер. Все, 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 поддавливаю. Пусть они, блядь, знают. Ого, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, сейчас эти дроны подойдут, но тут легче будет. Ой-ой-ой, подстри, что он делает? Хорош, убрали одного. Сейчас ту ниндзю надо сучару, блядь. Все, идем на пушку. Нет, 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 дронов нету, нет, пока что не идем. Слушай, наших троих убили, мы назад, назад сейчас. Мне пофиг, это мной жизни, блядь, сейчас бы эту пушку еще чуть-чуть осталось, во. У нее вообще жизни нету. Во. Ага, блин, я не знал. Все, победа. А я что, по-твоему, тут чуть, ну, короче, сдох реально, подошел на нее. У нее вообще жизни не было. Я что-то вообще не заметил, а когда успели так это покоцать? Ты пошли, что я говорил, когда две пушки по центру валишь, потом офигенно тупо давить, понимаешь? Они не выдержат рано или поздно. Что, постоянно защищаться будут? Ну и сколько, насколько их хватит? Ну да. Лучше, ну, защита — это нападение, вот и все. Так, что тут нам надают? Смотри, эта тёлка лучше меня. Да, тёлка вообще зверь. У меня 2300 только, блядь. Вон, опыта дали. Зато, зато, Олегович, я ни разу не помер. Да? Мне ноль. Вообще красавчик. Я живучий такой хрен. Ты живучий хрен еще тот. Угу. Да, брат? Восьмерых успел мочкануть. Красота. Вон сундучки всякие, блядь. Награда. Да. О-о-о. Ну ты, конечно, в нашей команде самый такой слабенький. Ну, блин. Что мог, то и делал. Меня валили там тоже сильно. Так, надо заглянуть, что он там по сундукам тут. А, нихера нет, это по сундучкам, подожди, это мастерская, блядь. Блин, я почти, блин, шестой уровень этот вот апнул, почти. Так, а у меня скоро седьмой уже будет уровень. Так, никаких умений стрю нету, чтобы улучшить. Нихера нема. И денег что-то мало, я тебе скажу, 1930, что-то мало дают бабла. Мне как-то с начала игры побольше денег давали. Скажу тебе честно, сейчас вообще, бля, какие-то крохи, блядь, вываливаются. Ну, а что ты хотел? Материалов у меня еще мало, кстати. Так, у меня уже 10 штук серебра насобиралось, я себе покупаю вулкана. О, ну, можешь его купить, но, блядь, можешь не успеть выбрать его во время. Слушай, слушай, а я, наверное, чуть-чуть подожду. И робота? И робота, да, 12 штук он стоит. Да, но я не знаю, в чем смысл их покупать, когда, блин, ну, блин, елки. Вы можете не быть в выборе. Нет, так если покупаешь, по идее он уже в выборе, там будет застолблен за тобой. Ни хера он не застолблен, он может быть разве что появится там, знаешь, если ты успеешь его взять. Не знаю, сомневаюсь очень в этом всем. Ты что, не знаю, будем закругляться с видео или что делаем? Да, да, на сегодня уже хватит, хватит. Я тоже думаю, что хватит. Ну все тогда. Да, давайте там это. Вон, мне оставлять. Какой-то Франко Моник отправил вам запрос на добавление в друзья. Видишь, ты ему понравился. Короче говоря, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. Да, с да. С вами был Олегович и Хэдкраб. На сегодня все. Пока-пока. Все, до удачи новых всем. Встреч. Да, да. Давай.